Здесь два наших красавчика улеглись на газон и не хотят ничего не делать, не показывать мне на видео. Здесь у нас мальчик крем-соболь. И мальчик, бурый мишка шоколады, который вообще закрыл глаза, и, по-моему, его солнце пригрело, он сейчас, по-моему, уснет. Но он устал, его мыли, чесали, он после грумера, ехали мы долго на стрижку, сушились для фотосессии. А малыш, крем-соболь, по-моему, начинает жевать травку и разошелся, был тоже очень не в духе после дороги. Разъединитесь, я хоть покажу-то вас, ну, пожалуйста. Клубок. Как положишь, так и лежит. Он очень красивый, с толстыми лапами, с шикарной шерсткой. Очень покладистый, с детьми будет идеально. О, на бок просто повалился. Вообще медведь, лентяй. Ты бурый мишка. А этот мальчик более игривый. Совсем, конечно, другой. Наш грумер нам сказал, что он вообще ничего не понимает в шоколадных мишках. И кого, говорит, ты мне привезла? Кто это? Так, а тебя, как тебя-то расшевелить? А ты не хочешь лечь рядом со своим другом? Смотрите, а он так и лежит. Как положили, так и лежит. Вот такие дети. Ну, это просто необыкновенное чудо.